Вечер понедельника закончился происшествием. В полицию поступил звонок о том, что торгово-развлекательный центр на Красной заминирован. Около половины восьмого на место были стянуты все оперативные службы города, полиция, скорая, МЧС. Людей вывели, периметр оцепили. Сотрудники ДПС перекрыли движение по Рашпилевской. Водителям пришлось объезжать участок. Образовалась пробка. В торговый центр зашли кинологи, а в это время посетители галереи и прохожие ждали, чем закончится инцидент. Около 9 вечера стало известно, что тревога ложная. Оцепление снято. Полиция разыскивает звонившего. Вообще, этот торговый центр словно магнит для злоумышленников. Ложные сообщения об опасных предметах поступают по нескольку раз в год. Последний случай был в минувшем ноябре. Торговый центр эвакуировали из-за звонка жителя города Гулькевичи. Он был пьяный и не смог объяснить мотивы своего поступка.